Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. 2500 обращений граждан поступило в люберецкую полицию за минувшие две недели. По ним сотрудники правопорядка возбудили 64 уголовных дела, 50 из которых были раскрыты по горячим следам. Также было во втором городе на улице 65 лет Победы убийство. Человек задержан в общежитии, который нанес 3 ножевых удара со своему там собутыльнику. Арестован, проводится проверка Следственным комитетом Люберецкого района. За конструктивную и слаженную работу люберецких стражей порядка во время майских праздников Владимир Ужицкий лично поблагодарил начальника полиции. Полное взаимодействие. И мы ситуацию, бывает в самых сложных каких-то моментах, мы ее удерживаем, потому что есть полное понимание, полное взаимодействие с органами внутренних дел. Это очень важно. Когда, скажем, вот массовые мероприятия, где собираются десятки тысяч. 32 выезда по сигналу тревоги и ликвидация 5 пожаров. Такой была минувшая неделя для люберецких огнеборцев. 3 возгорания произошли на территории городского округа. Все 3 пожара произошли на автомобильном транспорте. 10 мая поселок Малавка, 13 мая Люберцы и 15 мая сегодня ночью деревня Токарева. В результате пожаров пострадавших нет. Ну а так в целом все эти дни прошли без происшествий, серьезных пожаров не произошло, все было спокойно. На протяжении первых 2 недель мая на территории городского округа проводились плановые отключения электро- и водоснабжения. Кроме того, 11 числа в связи с температурным режимом был произведен пуск тепла на социальные объекты и жилые дома муниципалитета. Также в Люберцах продолжается ямочный ремонт дорог. За отчетный период выполнено ямочного ремонта 92 квадратных метра рециклером и 362 метра квадратных горячей асфальтобетонной смесью. Помимо этого, на заседании стало известно, что экс-глава Малаховки Анатолий Рындин сложил свои полномочия и отправился на заслуженный отдых. За доблестный труд его наградили медалью. До свидания, друзья мои. Я вас уважаю, я вас ценю. Будьте здоровы. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.